Если он добровольно подаст в отставку, я думаю, все вот политические вот эти баталии, как-то вот передряги утихнут, Народ поймет. И он обязан это делать. Ради вот мира в Кыргызстане, ради народа он должен это просто делать. Здесь просто вины президента, по-моему, здесь нету. Просто его близкие, окружающие его подвели. Вот почему я так говорю? Потому что вот результаты выборов вот это все показало. Ну, болею за свою страну. Нам нужны реформы, нам нужны вот страна, президент железный. Поэтому я считаю, что нужно сейчас голосовать, распустить все эти партии и встать на президентскую основу. Что нам нужна президентская страна.